Итак, еще раз напоминаю, наш опен-шоу мы готовим в прямом эфире только на нашем телеканале. Почему? Потому что мы проверяем качество товаров и доказываем его очень высокое качество. Олечка, конечно же, и первый, следующий лот, это ты должна, конечно же, подойти конечно, и рассказать. Пойдемте, я покажу вам и познакомлю с целым набором. Это не просто, например, кастрюля и сотейник. Нет, это набор. Я попробую сейчас объять необъятное. Это практически невозможно. 12 предметов, 4 кастрюли разного объема. Есть еще и сотейник, и есть, конечно, ковш. Называется семейный ужин. И посмотрите, здесь потрясающие золотистые ручки. Великолепного качества набор. Название «Семейный ужин» говорит само за себя. Даже на большую семью вы в таком наборе легко приготовите вкусный обед или вкусный ужин. Для чего мы приобретаем именно посуду? Сковорода, сотейник с антипригарным покрытием, внимание, с элементами, вставками из золота, из ручек, но мы к ним вернемся. Что можно приготовить? Пожарить картошку, приготовить фрикадельки, можно пожарить рыбу. Накормите свою семью самым вкусным семейным ужином. Действительно, впервые у нас появляется такой набор. Продюсер, если под руками есть калькулятор, пожалуйста, давайте посчитаем, во что нам обходится один предмет из этого большого набора. Это очень важно. Олег, а меня интересует качество. Насколько? Вот, 374 рубля стоимость одного предмета. А теперь давайте поговорим о том, сколько лет будет нам служить этот набор. Но дело все в том, что здесь идеальная позолоченные ручки, но мы к ним вернемся. Напоминаю, что это элемент как бы псевдо-позолоченные ручки. То есть это золотистый цвет, который идеально вписывается. Они облезут? Не облезут, но естественно, как они могут облезть, если они вот даже на плите стоят, это долговечно. Давайте сейчас перейдем к чистым, а потом к ним вернемся. Давайте даже перейдем. Я оставлю вот это, чтобы у нас горело, а я потом продемонстрирую качество антипригарного покрытия. Ну что пусть ж, пригорает. Знаешь, что еще хочется отметить? Да. Что чисто эстетически на кухне приятно готовить, если у вас посуда красивая. Часто бывает, что, например, сковородка одна из одного набора, две кастрюльки из другого, еще пару кастрюль, совершенно не вписывающиеся в интерьер. Как приятно, только представьте. На вашей кухне стоит вот такой набор посуды. Приятно готовить. Кстати, на заметку мужчинам, хотите, чтобы ваша жена готовила вам разнообразие, разносолы, подарите ей такой набор посуды, семейный ужин. Итак, Оля, разбираемся. Кастрюля объемом 6 литров. Входит в комплект следующая кастрюля, внимание, объемом 3,5 литра. Так. Следующая кастрюля 2,4 литра и ковш, и кастрюля объемом 1,8 литра. Кроме того, если вы сейчас заказывайте, вы еще получаете, внимание, и сковороду-сотейник. Она тоже идет в комплектации. Теперь разбираемся по частям. Золотые вставки, которые позволяют нам скрасить действительно это интерьер. Это богато смотрится. Богато, да. Правда, это богато. Действительно вот богато будет визуально смотреться. Золотые вставки как в ручке, также ручки везде у каждого элемента. Посмотрите, у любой кастрюли также золотые вставки ручки. А надежно ли они закреплены? Ну, да, ты правильно обратила внимание, Оля. Давай покажем нашим телезрителям, что все ручки проклепаны у каждого элемента. Да, насквозь. Это говорит о том, что они будут долговечны. Вечно, даже если приподнимая какой-то тяжелый предмет, они не отвалятся. Полный, дальше. Например, Оля, немаловажный элемент, то, что это, внимание, нержавеющая сталь. Так. Может, к плите пойдем? Нержавеющая сталь? Борщ. Ну, давай, у тебя там борщ. Кипит что-то. Пойдемте посмотрим, что тут так ароматно пахнет. И тут пахнет, конечно же, борщ. И я готовил еще когда-то сыр. Я тестировал еще, внимание, и солянка. Борщ, кислая среда, не окисляется никогда и, значит, никогда не будет впитывать запахи. Кроме того, чем еще удобно, нержавеющая сталь? Так. Тем, что, например, какой-то, значит, если ты готовишь, допустим, из алюминия, ну, как правило, там солянка, она окисляется, у тебя получается такой, привкус, знаешь, привкус железа, да, металл, это тоже очень важно. Да, есть такое.
Дальше. Здесь не будет такого. Здесь такого не будет, потому что нержавеющая сталь. Смотри, вот эта кастрюля, которая входит объемом, она 1,9 литров, она, конечно же, очень важна, да, для завтрака. Вот смотрите, здесь я отвариваю сосиски. Да. Согласитесь, как правило, сосиски отварить всегда можно. Все, конечно, особенно дети. Да. Ну что ж, это приятно, что у нас есть полный набор. Здесь есть и маленькая кастрюлька, и побольше. Здесь есть и самая большая кастрюля, в которой вы можете готовить абсолютно на большую семью борщ. Ты тут что? Да, помнишь, я здесь жарил картошку? Нет, я демонстрирую качество антипригарного покрытия. Давайте, раз мы вернулись к сотейнику, высота глубокая, можно готовить бифстроганов в большом количестве, фрикадельки в томатном соусе. Смотрите, еще раз. Просто давайте я половину протираю. А, вот так. Так, то есть просто вытираешь ты салфеткой, и даже не нужно никаких чистящих, моющих средств для того, чтобы отмыть эту сковородку. Ну, просто протираешь, просто еще раз доказываем качество антипригарного покрытия. Плюс еще здесь рифленая поверхность антипригара, что позволяет нам циркулировать горячую воздух, вы посмотрите, в виде сот. Слушай, ну, хочу еще, давай подойдем к чистому, еще хочу рассказать о, знаешь, о чем? О... многослойном капсульном дне. Слушай, вот этот вопрос меня всегда очень интересует. Капсульное дно, что это значит и почему оно многослойное? Сейчас мы расскажем о дне. Вот. Ферромагнитное дно, вот здесь вот пластина специально вставлена та, которая подходит для всех видов плит. Отлично. Для чего она нужна? Равномерное распределение тепла по всей площади, это раз. Второе, плюс удержание тепла, то есть у тебя еще равномерно будет распределяться. Слушай, ну давай теперь расскажем о компактности. Так. Обычно, как всегда, как правило, у людей не хватает места. Как хранить, как это все прятать, ну, не очень это удобно. Ну вот посмотри, Олечка, я демонстрирую нашим телезрителям. Смотри, сейчас выкладываю это вот сюда, и у нас, смотри, как все это выглядит. Раз, два, три, четыре, пять. И вот это шестой элемент, и плюс крышки идут в комплект. То есть всего наши телезрители получают 12 элементов. Смотрите, как компактно мы собрали пирамидку. Абсолютно легко и просто. Я сейчас еще вот так вот крышечкой красиво накрою. Я бы ни за что не стала прятать такое чудо в шкаф. Правда здорово? Позовите своих подруг, позовите своих родственниц, пусть они посмотрят и полюбуются, какая у вас красивая посуда.